И последнее. Столовая номер 4 цеха рабочего питания АДТ обслуживает не только работников производственных площадок компании «Алроса» в Ленске, но и горожан и гостей города. Кроме непосредственно питания, в столовой предлагаются услуги стола заказов. Большой популярностью у ленчан пользуются пироги и торты к праздникам и торжествам. Елена Парыгина побывала в цехах рабочей столовой и узнала о буднях поваров и любимых блюдах посетителей. Старшее поколение помнит меню в рабочих столовых советского времени. В столовой номер 4 многие рецепты взяты оттуда и давно стали традиционными. Компот, борщ, котлеты, выпечка. Утром все, конечно, это пользуются наши стряпня, это наши пирожки. Но обед это дело каждого, как бы. Кто кушает, может покушать только первое, кто только второе. Как, такой статистики мы не вели, кто чего и больше у нас. Но статистика и не нужна. По словам Анны Однокопыловой, к вечеру кастрюли остаются пустыми. Значит, все блюда любимы и вкусны. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вкусно здесь? Очень вкусно. Очень хорошо готовят и очень обслуживают хорошо. Часто ли обедаете? Что обычно берете? Я обедаю здесь периодически, но нравится суп и как готовят выпечку. Вторые блюда тоже замечательно. И все-таки любимые блюда у клиентов есть. Это знает кассир Татьяна Самохвалова. Ведь после раздачи все подходят на кассу именно к ней. Она слышит, что заказывают, видит, что берут. Любят очень пельмени и просят всегда. Делаем им часто очень. Население Ленска ежегодно увеличивается за счет приезжих. Разработки месторождений привлекают все больше рабочих. Но места в столовой хватает всем. Нагрузки как бы особо никакой, потому что люди, кто хочет, пожалуйста, могут зайти и покушать у нас в любое время. Но нефтяники, одно время мы кормили их и с выездом, и они у нас питались. Что касается цены, она приемлема. Стандартный обеденный набор обходится в 200 рублей. Столовая номер 4 открывается в 7, закрывается в 19 часов. За день здесь обслуживают более 100 человек. В основном это работники ленских производственных площадок акционерной компании «Алроса». Несу, пожалуйста. Рыбные щи. Щи. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».